Проблемы взаимодействия выпроменивания с речевом обмерковывают физики с 10 краин на науковом форуме у Гомеле. Пятая международная конференция, присвященная памяти академика Бориса Бокутя, проходит во университете имя Франциска Скорины. Об новых открытиях и перспективах науки сюжет Марины Джалай. На пятом корпусе университета имени Франциска Скорины мемориальная дошка памяти ученого физика Бориса Бокутя. Академик был ректором ГДУ с 1973 по 1989 год. У скласти кветки узгадать великого ученого пришли до вукоуца, которые протягивают справу Бокутя. Его талиновитые последовники и однодумцы. Наш университет проведет своеобразный отчет, расскажет о том, как мы, каких успехов достигли физики нашего университета как раз в развитии тех направлений, инициатором которых был Борис Васильевич Бокуть. Мы обсудим современные тенденции и представим свои результаты, познакомимся с результатами наших коллег. Удельниками наукового форума стали свыше 100 наукоуцев, доследчиков и распрацовщиков из Беларуси, России, Украины, Польши, Японии, Франции, Германии, США и других стран света. Досягнение академика Бориса Бокутя для многих из них – частка уласной биографии. Создан им факультет, ученый совет является основой для подготовки кадров в Могилеве, для подготовки кадров физики. Такой волнующий момент. Мой сын недавно защищался здесь в Совете. Так сказать, семейная уже традиция. И несколько моих аспирантов. Важно, что на конференцию приехали не только наукоуцы. Удел у ее принимают и представники промысловых предприятий, бо прямая совесть науки с вытворчеством – залог запотребованности теоретичных исследований. Так, ГДУ – один областный университет, который открыл филиал кафедры радиофизики и электроники на заводе «Интеграл». Дякуючи этому, сёлета предприятие приняло на працу 11 выпускников Гомельской ВНУ. Подготовка студентов проводится, начиная со второго курса, то есть им темы дипломов, темы курсовых во время обучения согласуются в том числе с предприятием под наши задачи. И поэтому проводится подготовка, включая прохождение практики на нашем предприятии, написание диплома на нашем предприятии. С руководителями диплома также являются работники нашего предприятия. Серед тем конференции – анализ пропонов по автоматизации науковых исследований, пошук шляхов коммерциализации распрацовок, их эффективного выкористания в экономике, обмеркование перспективных направлений международного сотрудничества у науково-доследшей сферы. Науковцы сходятся в меркавании, что физика – наука, якая мая великую будущую. Одним из конечных результатов взаимодействия излучения с веществом является образование на поверхности покрытия функциональных слоев. Именно вот этому направлению уделяется у нас в университете особое внимание. Нанесение покрытия позволяет значительно улучшить свойства изделий, которые применяются не только в машиностроении, там, в химической промышленности, но и в медицине. К примеру, в последние годы в Институте физико-химическом нашего университета разработан целый спектр покрытий, которые обладают антибактериальным эффектом. Материалы конференции плануется опубликовать у науковых часописах «Проблемы физики, математики и техники» и «Вестки ГДУ». Марина Джалая, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».